Нам показывают антропометрические данные этих бойцов на 1 сантиметр выше. Армен Степанян. И на 4 года он младше он своего соперника. Рунда первая. И у нас первый раунд этого поединка. Ох, как точно попадает! Удар от Армена. От Армен. Да, Маркин пытается защищаться, прихватив ногу. Но Армен продолжает наносить эти удары сокрушительные. Удары доходят до цели, попадают. Долго ли сможет выдержать это? Да, сколько Маркин. Он сможет выдержать такое избиение? И рефери останавливает поединок. Да, видно, что Маркин не согласен с решением, да, рефери. Так, Ябловский не согласен с этим решением, мы видим, но, я думаю, вполне справедливое решение. И Армен Степанян также продолжает свою победу, досрочных побед в первых раундах, и у него это четвертая теперь подряд победа в первом раунде. Ну а мы ожидаем официального судейского решения, судейского, точнее, вердикта, объявления победителя. Уважаемые друзья, ну а к нам присоединяется наш коллега Алексей Уралец. Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Мы продолжаем нашу трансляцию из Польши. Спасибо моему коллеге Тимуру Салимову. Армен Степанян versus Марчин Явлойский. В 33 секунде первой рунды. Через ТКО звичайно Армен Степанян. Яркая победа. Досрочная. Степанян.